Привет, ребят, меня зовут Стинг, и сегодня у нас очередной обзор еды. В общем-то, сегодня у нас на обзоре будут три таких замечательных напитка Angry Birds. Ребят, возможно, многие из вас уже пробовали эти напитки, но я оказался таким слабаком, видел я их только, на отдыхе видел в России, там, короче, когда они там по 50, по 100 рублей банк стоят, но я тогда не стал покупать, у меня просто денег с собой не было. И только сейчас я увидел такие напитки в магазине Зеленый перекресток, стоят они там 30 рублей за банку. В общем-то, я купил все, что были. Тут были вот три вот таких напитка. Других вкусов там не было, не знаю, есть ли они вообще. А тут у нас свинюшка. Ну, я не знаю, короче, эту птичку зовут, и эту тоже не знаю, в общем-то. Здесь у нас три вкуса: мандарин, ананас, яблоко, груша и апельсин кола. Попробуем мы все вкусы. У меня здесь есть вот такой вот замечательный стаканчик. Давайте. Сейчас я быстренько открою вот этот черный напиток апельсин кола. Колу люблю, не знаю, как она будет считаться с апельсином. Так, я очень надеюсь, что не пролью ничего, потому что ватмана у меня больше не осталось. Так, пенится. Блин, зря я много так, наверное, налил. Придется другие стаканчики брать. Так, ну тут у нас обычная кола по виду. Вот видите, обычная кола по цвету, в общем-то. Пахнет она. Ну, пахнет колой и чувствуется, ребят, нотки таких цитрусовых. В общем-то, давайте я пробую и скажу, что я об этом думаю. Ребят, на моей камере, короче, кончилась память и не записалось ничего, кроме того, как я попробовал эту колу. Кола мне довольно-таки понравилась, есть яркий вкус апельсина. И, в общем-то, самой колы. Мне она понравилась больше, чем обычная кола. Не знаю почему, может быть, потому что что-то новенькое. Но такой бы напиток я, может быть, когда-нибудь покупал. Также, ребят, я открыл уже все банки. Здесь у нас вот такой вот напиток с желтенькой птичкой. Выглядит он примерно вот так. Сейчас давайте чуть налью еще. Вот так, как какой-то ананасовый сок выглядит. И, в общем-то, ребят, давайте его попробую и скажу, что об этом думаю. Ребят, напиток, в принципе, похож на ананасовый сок, только газированный. Ананасовый сок я не очень люблю, так что этот напиток я бы второй раз не купил. Как такого мандарина я здесь, к сожалению, не почувствовал. И, ребят, у нас остался последний напиток. Этот напиток у нас со свинюшкой. Тут у нас должен быть напиток со вкусом яблоки и груши. Давайте налью в стаканчик. Его я еще не пробовал. Так, тут у нас такой зеленый какой-то лимонадик. Так, сейчас пузырьки уйдут немножечко. И увидите такой прозрачный зеленый напиток. Пахнет он грушей и яблоком. Чем-то, по-моему, напоминает дюшес. Ну, давайте, ребят, я пробую и, как всегда, скажу, что я об этом думаю. Ну, ребят, этот напиток мне, пожалуй, понравился больше всего. У него вкус яблока и груши, по-моему, сочетание довольно-таки классное. Кола, конечно, была тоже ничего, но все-таки предпочтение дам этому напитку. Напоминает чем-то, ну, дюшес с яблоком, по сути, это он и есть. Так что вот такой вот, ребят, был напиток. И, в общем-то, ссылочка на магазин Зеленый перекресток будет в описании. Может быть, кто-то не знает, если, конечно, эту ссылку найду. Ну а на этом все, ребят. С вами был Стинки. Всем удачи и пока.